Равней. Смирный. Приказ вступить на службу по охране общественного порядка. Планерка, развод и построение, с которого начинается каждое дежурство полицейских. Ежедневно городские улицы патрулируют более сотни сотрудников ППС. В первую очередь это профилактика административных правонарушений, преступлений, а также пресечение административных правонарушений, преступлений, задержание, если такие будут, преступников, правонарушителей. Проверяют стражи порядка лиц, которые, по их мнению, кажутся подозрительными, либо нарушают общественный порядок. В день по городу составляется порядка сотни административных протоколов. Эти двое мужчин подходят под ориентировку по делу о грабеже. Документ у них при себе, но в отдел полиции проехать все же придется. Студентам, будущим юристам, по мнению полицейских, подобная практика пригодится в дальнейшей работе. Многие из них уже сегодня определились с профессией. Мне хотелось уже как бы кинологом работать, с собачками, лошадками. Вот, до этого я еще не могла как бы определиться так вот, кем я хочу быть. Сейчас вот зато как бы уже поняла. Я вообще с детства хотела, я не знаю, всегда хотела именно только в полицию. И я в детстве хотела быть в полиции, работать там следователем и вообще в этой сфере. Вот, в принципе, мне сегодня все понравилось. Акция «Студенческий десант» продлится еще несколько дней. За это время студенты высших и среднеспециальных учебных заведений более подробно ознакомятся с работой разных полицейских подразделений. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.